Рижская дума приведет в порядок самую известную развалину столицы на улице Мария 6, в том случае, если этого не сделают ее владельцы. Так решили столичные депутаты сегодня на внеочередном заседании Думы. В конце минувшей недели комиссия по развалинам договорилась с владельцами здания, что к августу следующего года фасад здания приведут в порядок. Но всего несколько дней спустя, в воскресенье, от здания отделились элементы фасада и упали на тротуар и проезжую часть улицы Мариес. Чудом никто не пострадал. Дума обязала владельцев установить по периметру здания пешеходные туннели и укрепить фасад. В этом постановлении Думы мы даем конкретные сроки. Если они это сделают, не начнут работы. Первый срок – это 9 октября, понедельник, где они должны начать установку стеллажей. Если они это не начнут, то это начнет делать Рижская дума. Департамент имущества поставит по периметру стеллажи, ликвидирует аварийные работы. Все эти работы примерно могут стоить где-то порядка 20 тысяч евро, не дороже. Восстановление фасада мы не будем делать однозначно за деньги налогоплательщиков. Мы будем принуждать их делать это. Регулярные аварийно-ремонтные работы здания на Мариас-6 проводятся уже с 2002 года, а его владельцев уже неоднократно штрафовали за неподобающий вид здания. Кроме того, к этой развалине применяется повышенная ставка налога на недвижимость – более 17 тысяч евро в год.